Сьогодні ми продовжуємо приготування курчати табака. У минулому випуску ми розібрали і замаринували курча, а тепер переходимо до його запікання. Наша сковорода прогрілась і ми можемо положити цыпленка в печ. Обжаривать нашего цыпленка мы начали с внешней стороны, для того, чтобы с него при жарке не вытекли все соки. Он покроется румяной корочкой, и корочка не даст этому сделать. Пока жарится наш цыпленок, мы с вами сделаем соус, которым мы заправим нашего цыпленка. Для этого мы берем чеснок и нарезаем его. И отправляем его в нашу посудину. Берем зелень и измельчаем зелень. Зелень также измельчаем не сильно мелко. Лучше все использовать петрушку или кинзу. Отправляем к нашему чесноку. Затем берем соль, подсаливаем. Добавляем немного перца. И добавляем оливковое масло. Перемешиваем наш соус. Соус наш готов. А вы не забудьте перевернуть своего цыпленка. Обжаривается он минут 8 с одной и другой стороны. Достаем нашего цыпленка из сковороды. Вылаживаем его на досточку. И поливаем его нашим соусом. И вот наше блюдо с вами готово. Наш цыпленок получился очень сочным, зажаристым и вкусным. Приятного вам аппетита!